Так, поехали. Эффективное обучение требует подготовки и правильного распределения энергии. Сегодня я расскажу о том, как я подхожу к обучению разработки. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Привет, меня зовут Денис. В ноябре 2023 года я решил освоить веб-разработку и на этом канале рассказываю, как это у меня продвигается. Уже почти 40 лет я прожил, а значит, мои реалии накладывают некоторые дополнительные ограничения на эффективное обучение. Во-первых, у меня нет бездонного количества времени. Дел очень много, а время летит быстро. Ты даже не замечаешь, как пролетает целый день. И бесконечное обучение мне тоже не подходит. Нужно добиться осязаемых результатов за условный год и суметь вылепить из себя компетентного и востребованного разработчика. Во-вторых, у меня есть семья. Мы близки, это для меня важно, поэтому сохранение отношений тоже требует времени и энергии. Плюс дети. У каждого свои дела, как у всех. Школы, репетиторы, секции, кружки. Нужно привести, отвезти, забрать, встретить, проверить, наругать, похвалить. Всем этим тоже надо заниматься. При этом учиться нужно минимум по 30-40 часов в неделю, чтобы сохранить темп и прогрессировать. Еще я слоупок. Я трачу много времени, чтобы освоить какие-то даже элементарные блоки информации. Я рассматриваю с разных сторон, пытаюсь понять, как ее можно применить. Это вот моя какая-то неосознанная методика нахождения места в мозгу, где эта информация может сохраниться, чтобы потом я мог ей пользоваться. Мне иногда кажется, что я воспринимаю информацию гораздо дольше, чем среднестатистический программист на моем уровне, который тоже решил освоить что-то подобное. Как со всем этим быть? Как сохранить баланс в жизни, интенсивно двигаться вперед и эффективно учиться? Расскажу о том, что помогает мне, возможно, это поможет и вам. Если разложить день и учесть все обязательные активности, помимо учебы, то в целом получается 6-9 часов, которые можно использовать для дела. Но проблема в том, что они все доступны не сразу, а разворачиваются отрезками разной длины. Где-то есть 3-4 часа подряд, а где-то 3 часа по часу или даже по полчаса. Условно, день делится на короткие и длинные отрезки, к которым нужно применять разные подходы. С длинными отрезками все понятно. Для этого есть основной трек, например, курс, который требует внимания и сосредоточения. Классный курс по JavaScript для начинающих я нашел на purpleschool.ru. Антон, который его ведет, очень интересно и понятно рассказывает о базовых концепциях языка и умеет рассматривать одну проблему с разных сторон, как раз то, что для меня подходит. Он очень уютно рассказывает, как-то особенно бережно и заботливо, и мне это очень подходит. Если есть время, от 2 часов, я включаю его курсы. Помимо основных навыков в выбранном языке, современный IT требует хорошего понимания вспомогательных программ и сред. Например, владение терминалом, инструментами сборки, пакетными менеджерами и системами контроля версий. О них тоже нельзя забывать. Я параллельно с курсом по JS взял еще продвинутый гид от Result School. Его ведет Алексей Попков и ведет отлично. Он помогает разобраться в концепциях и не бояться этого инструмента. Длинные отрезки как раз отлично подходят для погружения в состояние потока. Уверен, многие из вас испытывали это состояние. Это как нырнуть в море, где все тихо и спокойно. Ты осознаешь только воду вокруг, ее особую тишину, а весь остальной мир остается за пределами восприятия. Ты теряешь ощущение времени, минуты складываются в часы, и пролетают они незаметно. В такие моменты я хорошо контролирую процесс, легко нахожу области памяти, где лежат нужные инструменты для работы, и складывается ощущение, что все процессы под контролем и даже сложные задачи по плечу. Мне как минимум нужно полчаса, чтобы погрузиться в контекст и войти в состояние потока, чтобы начать воспринимать информацию. У меня бывает так, что я смотрю на код, который я написал вчера, и вообще не могу понять, что я тут писал, но стоит мне войти в это параллельное измерение, все сразу встает на свои места. Мне иногда кажется, что для этой работы в голове выделен какой-то отдельный участок, который требует времени для активации, чтобы начать им пользоваться. Войти в это состояние мне помогает хороший сон, регулярная физическая активность, подходящая музыка и удобное рабочее место. Ну и задача, конечно, которая увлекает и затягивает. С короткими отрезками все сложнее. Есть возможность в течение дня ухватить 5-6 маленьких возможностей для обучения, которые не предполагают глубокого погружения. Что в эти моменты делаю я? Я прохожу отличный курс на Fireship. Он называется Modern JavaScript Fall Course,
И его основная фишка в том, что ролики очень короткие, они не превышают 3-4 минут. Там есть маленький конспект в конце и небольшой развлекательный тест. Просто супер, если у тебя нет много времени для погружения, и при этом ты хочешь потратить его эффективно. Я смотрю его, когда нужно дождаться ребенка из секции, или когда я стою в пробке на пути туда. Обязательно заходите на его страничку на YouTube, там много бесплатного контента, и даже есть какое-то что-то вроде как бы новостей из мира IT, Code Digest, который я тоже с удовольствием смотрю, когда у меня мало времени. Подкасты. «Нулевой километр», «Запуск завтра», «Мы обречены», «Under.js подкаст», и вы наверняка назовете еще несколько очень качественных подкастов, на которые нужно и стоит тратить свое время. Ну и YouTube, конечно, который я научился даже больше слушать, чем смотреть. На русском очень много классных материалов. Я в описании оставлю то, что мне особенно нравится, и ожидаю, что вы в комментариях напишите то, что любите вы, чтобы я тоже смог посмотреть. Все вот эти активности, которые я внедряю в свою жизнь, помимо основного трека, помогают мне перейти на более высокий уровень абстракции, лучше понимать ту среду, в которой я сейчас нахожусь и развиваюсь, а самое главное — понять свое место в ней. Это всегда в жизни мне помогало почувствовать себя комфортно в новой среде и лучше понимать тот вектор развития, который быстрее всего приведет меня к нужному результату. В моем случае разнообразие подходов к обучению и выбор правильных источников дает свои результаты. И в первом, и во втором случае, и на коротких, и на длинных отрезках я даю себе выбор, чем заниматься сейчас. Не устаю от какой-то конкретно одной задачи и получаю в целом удовольствие от процесса. Далее про инструменты. Я знаю, что лучше сразу приучать себя к правильным привычкам, пусть даже поначалу это тяжело. Все равно лучше, чем потом переучиваться. Много слышал о том, что нужно научиться читать документацию к используемым инструментам и уже потом переходить к другим источникам информации. Поэтому приучаю себя в первую очередь, если у меня есть какой-то вопрос, заглядывать в документацию. По моему треку первая остановка — это MDN Web Docs. HTML, CSS, JavaScript — вся документация по основным инструментам веб-разработки тут. И есть на русском. Очень удобно. Я сделал из него отдельное веб-приложение, которое меньше похоже на страничку в браузере и не теряется в сотни вкладок. Можете делать так же, если удобно. Следующий инструмент, который я нежно люблю, это ChatGPT. Мой союзник и друг. Отлично подходит для обучения основам. Я знаю, что он может писать для меня любой код, но я редко использую его для этих целей. У меня два основных способа взаимодействия с ним, которые я нахожу очень эффективными на начальных этапах. Во-первых, я решаю задачу самостоятельно. Пусть криво и неэффективно, и нарушая там все принципы dry, kiss и solid. Потом эту задачу я описываю ChatGPT и даю свое решение. И всегда задаю два вопроса. Первое. Как можно эту задачу решить более эффективно? Объясни подробно почему. И как эту задачу решил бы более опытный разработчик? Дай несколько вариантов решения и подробно объясни, почему они лучше. На моем уровне это очень полезно. Я не знаком со всеми концепциями языка и подходами к решениям, но тут я получаю возможность познакомиться с ними. Варианты, которые я понял, потому что я понимаю не все, я переписываю и стараюсь запомнить контекст и вектор решения. Во-вторых, если я не знаю, как подойти к решению задачи, я прошу рассказать подробно с примерами теорию и возможные инструменты для решения задачи. Например, если задача требует сравнить или изменить элементы массива, будет уместно спросить, а какие есть методы сравнения и изменения элементов массива. Если есть еще вопросы, декомпозирую дальше, пока не прихожу к решению, похожему на пункт номер один. Такой цикл помогает лучше понимать и запоминать. По идее, вопросы должны становиться все сложнее с моей стороны, а значит, будет прогресс. И еще одно. Мне очень помогает записывать то, что я увидел, своими словами. Я использую Notion, где веду конспекты из материалов, которые я хотя бы приблизительно понял сам. Это как бы не энциклопедия на будущее, а именно то, что стало доступно для понимания мне на этом этапе. Так я могу легко вспомнить, делал ли я в принципе заметку на нужную тему, и нахожу описание и примеры кода тут. По итогу цикл использования информации у меня выглядит так. Задача, все, что есть в голове, мои заметки, документация и ChatGPT. Пока это для меня хорошо работает. По поводу книг.
тут мне похвастаться нечем, мне не идет у меня техническая литература. Мне кажется, что как бы вся нужная информация, актуальная, мне более доступна в интернете. Я читаю околотехническую, которая мне очень хорошо заходит. «Чистый код», «Программист-прагматик», книга про код Чарльза Петцольда, «Грокаем алгоритмы» и проект «Феникс» про DevOps. Вот примерно моя библиотека. Не густо, но это приносит пользу и не демотивирует. И последнее, про привычки. Я понял, что относиться к себе нужно внимательно и бережно. Самое главное тут – сохранить искренний интерес и получать удовольствие от процесса. Если ничего не получается, лучше сделать перерыв и отложить решение задачи на следующий день. Это работает всегда. Даже удивительно, как задача, которая не давалась вечером, решалась буквально за 20 минут утром. И как концепция, которая, ну, казалась невозможной вчера, находит понимание в голове сегодня. Лучше – меньше. С другой стороны, любопытство – это тоже твой лучший друг. Если есть желание и энергия глубоко разобраться в какой-то теме и рассмотреть ее со всех сторон, отлично, туда нам и дорога. Меня это всегда увлекает и дарит удовольствие от работы. Пока так. Будет интересно узнать, как вы справляетесь с новыми вызовами. Наверняка что-то из того, что было полезно вам, подойдет и мне. Поэтому, если есть время, напишите в комментариях. Keep coding и до встречи!